Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Песков заявил о сохранении России статуса светской страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на предложение внести в Конституцию упоминание о Боге, Россия не потеряет статус светского государства. Об этом сообщает РБК. Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту об изменении Конституции, предусматривающие упоминание Бога. Статью 67 основного закона предлагается дополнить словами о памяти предков, передавших россиянам идеалы и веру в Бога. Внести в Конституцию упоминание о Боге предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!